Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Holy Play, первую серию. У них здесь Кирилл Путбуль. Итак, сегодня я расскажу, как не лохануться при покупке автомобиля. У меня, к сожалению, такого опыта, даже к счастью, такого опыта не было, что меня наебывали там на машины какие-то. Как могут вас наебать? Сейчас я вам расскажу, в принципе. Именно потому, что ввели новое обновление, и есть большие факторы, что вас могут наебать. И именно как, сейчас я расскажу. Давайте на примере Мерса буду все рассказывать, потому что давно вы его не видели, этот Мерседесик, эту лялю, просто красавицу, или красавца, топ-3 восьмерочки. Думаю, все его помнят, потому что я постоянно на Бэхе езжу, либо на Ямахе. А Мерс я не брал, у меня сломан был, я его вот починил сегодня. Итак, давайте я на примере вот этой малышки расскажу вам, что нужно проверять и как проверять, чтобы вас не обманули. Не знаю, если вам нравится такая тема, в принципе, такая рубрика, то, например, насчет бизнеса могу тоже рассказать, потому что я уже давно играю, у меня была куча машин, куча бизнесов, я могу на своем примере вам все рассказать, что нужно учитывать при покупке авто или бизнеса. Ну, короче, пишите в комментариях. И ставьте лайки, если я вам помог чем-то, либо для вас это была полезная информация. Ну что ж, давайте расскажу, что нужно первым делом смотреть. Сейчас добавили износ. Что такое износ? Это, то есть, ресурс вашей машины становится все меньше и меньше. Из-за чего он может становиться меньше и меньше? Смотрите, есть такая штука, как износ. Как вы можете посмотреть? Смотрите, видите, заходите в свой ID, пишите команду car pass. И показывайте себе. Так, стоп, 182. Ну, карпас, да. Да, вот. Смотрите, вот это износ. Если у вас износ 100, это охуенно. Это, ну, всего 100 может быть износ процентов. Каждый раз, когда вы чините ВСТО, либо ремкой машину, либо механиком, то есть вы можете 100 раз починить машину. Если у вас будет износ 0, то все, пизда машине. Короче, проверяйте износ у машины, обязательно проверяйте износ у тачки. Если износ будет плохой, лучше не берите, потому что, чтобы потом починить этот износ, 500 тысяч стоит, по-моему, 20%, то есть 20. Лучше проверяйте всегда износ, вот, вот эта целостность автомобиля, это износ считается. Проверяйте, если износ будет там 80-90, то можете еще покупать. Что еще нужно проверять? Как вы знаете, добавили чип-тюнинг. Да, чип-тюнинг. Как его проверить, этот чип-тюнинг? Смотрите, если человек утверждает, что машина в полном чип-тюнинге, вы это почувствуете. Сразу видите, какой подрыв идет. Вот, сейчас подрыв большой идет, видите, скорость быстро увеличивается. Если покупаете вы, допустим, вот Mercedes, он должен ехать практически там 169-170 километров в полном тюнинге. Насчет BMW, она должна ехать 197, почти 200, она едет в полном тюнинге. Yamaha едет почти 140 в полном тюнинге. Но я думаю, вы сядете, проверите, оно видно сразу, когда чипованная тачка, она, видите, очень быстро ускоряется, в принципе, и это понятно. Это понятно. Насчет пробега, на пробег можете даже не обращать внимания, он ни на что не влияет. Как бы у меня пробег вон 11 тысяч на ней, на Ямахе почти 18 тысяч, а на Бэхе почти 15 тысяч. Пробег ни на что не влияет, можете пробега не бояться. Теперь самое важное, думаю, что в принципе вам интересно и самое важное, думаю, насчет госцены. Смотрите, у меня вот Mercedes, у него госка 1.9. Да, 1.9 это госка старая, ну как, не самая старая, но одна из старых госток, короче. Допустим, смотрите, вам предлагают купить Lexus. Говорят, типа, вот, 5 лямов, в полном тюнинге, вся хуйня, да? А на самом деле, допустим, у него госка лям. Ну, кто не знает, там, типа, вот, была такая хрень, что Lexus стал лям. Как проверить, пиздит человек или нет? Попросите его предложить машину вам за 10 миллионов. Если госка 5 лямов, он сможет вам предложить ее за 10 миллионов. Ну, то есть, чтобы он вам предложил, вам показал, вот что он может вам ее продать за 10 лямов.
Если это пишется, что вот вы можете купить ему эту тачку за 10 лямов, значит госка 5 лямов. Если у него это не получается, значит он пиздит, и госка 1 миллион. Также с мустангом то же самое. Если он говорит, типа, там в полном обтюнинге госка, там 2,5 миллиона, вся хуйня, просите его предложить вам эту тачку за 5 лямов. Если не получается, значит госка у него 1 миллион. Вот как-то так. Больше никаких факторов, в принципе, вам знать не нужно, вроде бы как, потому что, ну, главное проверить это целостность, на тюнинг проверить, если человек утверждает, что там фулл тюнинг, и госка. Но самое главное это госка, наверное, потому что на госку сильно наебывают, как мерсы, в принципе, продавали и так далее. Поэтому госка, в основном, это самый главный фактор, да и тюнинг тоже, знаете, тоже играет такую неплохую роль. Поэтому, думаю, я надеюсь, точнее, я вам помог. Кому помог, ставьте лайки. Кому была эта полезная инфа, я, в принципе, самое главное рассказал, чтобы вас не обманули на машину. В принципе, поэтому, кому понравилась эта данная рубрика такая, ну, если вам понравилось, чуваки, то пишите в комментариях. Я насчет бизнеса могу снять, может, насчет домов. Хотя сам в это не сильно знаю, но про бизнес могу точно рассказать. Что надо смотреть, какие бизнесы брать и за сколько. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.